В Астане сегодня открыли новую мечеть. Она стала для столицы 14-й по счету. Мусульманский храм вошел в республиканский муфтият. Возвели ее в жилом массиве Коктал, где, по оценкам акимата, проживают порядка 40 тысяч жителей. Тимур Сапар расскажет. Эту мечеть правоверные мусульмане жилого массива Коктала 1 и 2 ждали практически 15 лет. Первый кирпич здесь заложили в далеком 2007-м. Одна из причин затянувшейся стройки – исламское правило, согласно которому строиться храм должен только на пожертвования. На первый пятничный намаз и открытие мечети пришли сотни местных жителей. Рядом с мечетью живут около 25 тысяч жителей, и большинство из них – это мусульмане. Мечеть – это прежде всего школа духовного воспитания, поэтому я уверен, что особенно местная молодежь будет впитывать только здесь чистые помыслы. Наконец, наша мечеть распахнула свои двери. Для этого района столицы все эти годы остро стоял этот вопрос. Теперь же она в шаговой близости для всех. Открытие религиозных объектов в 16 жилых массивах столицы стоит наряду с возведением других социальных сооружений, как школы, больницы, спорткомплексы, подчеркивают в акимате. 14 по счету в столице мечеть, которая входит в состав муфтията страны. Данная мечеть построена за счет спонсоров, меценатов, строительной компании, депутатов маслихата. Некоторые депутаты прямую поддержку оказывали, а также непосредственно жителей нашей столицы. Молиться прихожане могут как снаружи, так и внутри. Вместить здание может порядка 600 человек. Тимур Сапар, Аманжол Байгазин, Хабар 24.